Сегодня в Иркутске министр обороны Сергей Шойгу проверил, как выполняется гособоронзаказ на концерне «Иркут». Там выпускают авиатехнику. Глава военного ведомства также провел совещание с руководителями Объединенной авиастроительной корпорации. Строго соблюдать график поставок и контролировать качество продукции для российской армии, по мнению Шойгу, является первоочередной задачей. После совещания министр посетил базу полка дальней авиации и напомнил, что все работы по модернизации местного аэродрома в этом году должны быть завершены.